Что для вас является СТМ и почему именно название «Сабантуй», которое нанесено на упаковку, вы не считаете, что это СТМ? Если брать вот период прошлого месяца, 47% – это доля, в общем, товарооборот производителя нашей республики. Это большая гордость для нас. На самом деле, прям тянется рукой взять. Такого ассортимента в федеральных магазинах не встретили. Переговоры. Приходили, мы разговаривали, мы говорили, что совместная работа усилит нас, усилит друг друга. И у нас это получилось. Без баллов, без накоплений. О, какая разница. Без, ну, говоря, скажем, о вот такой конкуренции с федеральными игроками, ну, я бы сказал так, что мы играем просто в разные виды спорта.